уже снимаем. А, да? Хорошо. Привет. Привет, мальчики и девочки. С вами снова я, говорящая чихуахуа. Софи. Как и обещала, делаю ролики по вашим просьбам. Лика Вэй попросила записать ролик о том, как я питаюсь. И сегодня мы поговорим о питании. Точнее, о моем питании. Итак, сразу предупреждаю, что основа моего питания – это сухой корм. Не самый простой и дешевый, а хороший и качественный. Я имею в виду профессиональные корма премиум и супер премиум класса. Чтобы не ошибиться, лучше уточните в магазине, какие конкретно марки кормов к ним относятся. Теперь пойдемте на кухню. Споры, конечно, ведутся бесконечно. Есть сторонники и противники сухих кормов. Кто-то говорит, что нужно питаться человеческой едой, а кто-то доказывает, что сухой корм лучше всего для питания собаки. Поэтому про обычное питание говорить особо не буду, потому что там много тонкостей, и эту тему нужно изучать углубленно. Кстати, я люблю, чтобы все было красиво, поэтому корм у меня хранится вот в такой стеклянной баночке, а кушаю я из антикварных мисочек. Итак, перейдем к вопросу, почему я выбрала сухой корм? Мое мнение такое, собачий корм – это вам не бичпакет, это сбалансированное питание, там есть все, что нужно нашему организму. И когда собака всю жизнь на сухом корме, ей всегда всего хватает, и у человека нет возможности дать что-то вредное, случайно, по незнанию. София, может, мы будем дальше снимать? Ой, так вот, а теперь по пунктам. Во-первых, безопасно. То есть, если случится отравление или диарея, то в таком случае неизвестно, от чего оно случилось, может и от еды, а может от болезни, а в случае сухого корма еда сразу исключается. Во-вторых, однообразно. Желудок собаки не такой, как у человека, и каждый раз для переваривания незнакомого ей элемента питания собаке нужно вырабатывать новый фермент. То есть, чем однообразнее собака питается, тем лучше для пищеварения. Почему я бы не советовала смешать человеческую еду и сухой корм? Потому что у сухого корма и обычной еды разное время переваривания и разная система, поэтому для нас это нехорошо и может привести к гастриту. В-третьих, сухой корм – это хорошо для зубов. Если я буду каждый день есть мягкую кашку и постоянно, для зубов это хуже, чем когда я грызу. В-четвертых, это удобно. Брать с собой, он не испортится, можно есть без тарелки и мордочка всегда чистая. В-пятых, это стабильные походы в туалет и никаких проблем с пищеварением. И еще несколько моих, ну и вообще общих правил, которые нужно помнить всегда. Правило номер один. Вода, свежая и чистая, должна быть всегда в доступе. Благодарю. Кажется, туда соринка попала. Эй, ладно, сейчас сама достану. Так, ой, не достается. А вот так, эй, черт. Ну ладно, может быть вот так? Зато лапки помою. Правило номер два. Вкусняшки. Сыр очень жирный, а у нас слабая печень, поэтому кушать его можно малюсенькими кусочками и только как вкусняшку или поощрение. То же самое с любыми жирными продуктами. Кстати, магазинские вкусняшки и косточки для собак грызть можно часто и постоянно. Они чистят зубки и безопасны для здоровья. Правило третье. Шоколад – яд для нас. Запомните это и никогда не кормите своего малыша шоколадом. И вообще, все сладкое для нас вредно. Правило четыре. Овощи. А вот ломтик морковки или огурчика – это не страшно и даже иногда полезно. Особенно если собака, как я, любит свежие овощи на закуску. Ну, иногда так полакомится. Правило номер пять. Вес. Обычно собачке требуется примерно 5% еды от ее личного веса. Например, если она весит 4 килограмма, то 5% – это 200 грамм в день. То есть 200 грамм еды. Но вес, размеры и структура тела у нас индивидуальны, как и у людей. Поэтому и питание тоже. Кому-то нужно больше, кому-то меньше. Как у двуногих. Главное не перекармливать, но при этом и не слишком ограничивать. Помните, если собака толстая, ей так же тяжело, как и толстому человеку. А может даже и тяжелее, ведь нам нужно много двигаться. Ну а если слишком худая, то и сил ни на что не хватит. Вот как-то так. В общем, подписывайтесь на мой канал, смотрите мои видео, скоро их будет больше, вступайте в мою группу ВКонтакте и группу видео про чихуахуа, и будет вам счастье. И пишите в комментариях, о чем бы вы хотели еще увидеть ролики. Спасибо. Да, еда это важно. Иван.